Здравствуйте! Сегодня я шью двухслойную многоразовую маску из плотной хлопчатобумажной ткани. Вырезала прямоугольник 24 сантиметра на 28. Складываю лицом к лицу. Резиночки вкладываю в середину и кончики буду прошивать. А теперь прострачиваю. Это просто будет декоративная строчечка. Вот так вот вдоль маски. Получилась очень красивая маска. И так ее можно носить. Но можно сделать еще складочки. И она будет еще лучше. Вот так. Вот в этой маске я уже сегодня ходила. Смотрите, как она классно смотрится. Хорошо держится. И я вам скажу, что на меня обращали люди внимание. Так, и вот вторая масочка, которую я уже с вами сшила. Так. Здесь резиночки. Она тоже открывается. И очень классненько смотрится. А? Тут тоже хорошо держится. В общем, в принципе. Не знаю, как вам, но мне эти маски понравились. Они действительно классные. Ну что, дорогие, вам спасибо. Огромное спасибо, что смотрели видео. И я надеюсь, что вам мои масочки тоже понравились.